Всем добрый день. Приношу свои извинения, просто голос пропадает. В целом, наш день, с чего начался? Немножко поприбиралась, пристрою, но совсем немного. Не могу от жары, у меня сильно болит голова. И муж, когда на обед приходил, говорит, съезди, купи ты вентилятор. Потому что иначе я так скоро упаду от этой жары, я не могу жару переносить вообще. И поэтому я решила, что я сейчас поеду в город и куплю вентилятор. А завтра с Ильюшей в город со старшим сыном поедем ему обувь покупать. У него обувь совсем все износилась, надо покупать. Поэтому вот такие вот как-то дела. Сегодня к нам приезжали две наши подписчицы. Привезли девчонкам юбки, какие-то купальник вроде бы, да? И игрушки. Огромное спасибо. Они писали нам, мы как бы, я смотрела, девочки сказали, они мама едут уже, да. Я с тобой еду? Нет. Нет, я сказала. Я вообще одна поеду. Так что вот такие вот у нас дела. Пишите, какая у вас погода. У нас просто жара невыносимая. Это вообще что-то с чем-то, ничего не спасает. Вот этой жары просто ужас какой-то. Ладно, буду собираться, приведу себя в порядок. Как вы видите, мое состояние не очень хорошее. Вон вся вспотевшая от этой жары. Вон че. Я говорю, все летом отдыхают на речке. Мы не можем, у нас папа на работе. В город ехать одной мне с детьми, это не вариант. Это надо все равно с мужем ехать. Поэтому буду ждать, когда у него будет выходной. А когда у него будет выходной, получится так, что мы опять не сможем никуда съездить. Это всегда у нас вот так получается. Ох. Ладно, буду собираться в город. Ребята, всем еще раз здрасте. Съездила я в город. И съездила, можно сказать, зря. Вентиляторов нету. Но купила кое-что очень важное для себя. Как вы знаете, у меня пришел из Германии ноутбук. Мне подарили. И я взяла вот такую обдувку для ноутбука. Потому что, когда первый день я его включила, он сильно нагревается. Поэтому я больше его даже и не включала. Вот такую вот взяла. Обошлась она мне в 1100. Вот такая вот. Очень хорошая обдувка будет. Я не знаю, как она правильно называется. Охлаждающая подставка для ноутбука. Во. Дальше показываю, что взяла. Жара. Дети уже простую воду пить не хотят, особенно маленькие. Взяла разную газированную воду. Взяла яблоко. Потом взяла тархун. Дюшест. Экстра ситра. Земляника. Держи, Катя. Так, где-то еще было. Вот здесь вот еще были. Так. Арзан, это минералку я себе взяла, потому что я не могу. И колокольчик. Также здесь еще печенюшки разные набрали. Целую кучу. У нас это печеньки разлаживай. Также взяла квас. Дети любят квас. Убери, пожалуйста, кружечки. Будь другом. И сейчас покажу, что еще, ребята, взяла. И у меня нету туфлей. Я ходила в кроссовках все это лето. И я взяла себе вот такие вот. Также к выпускному можно одеть голубые балетки. Обошлись они мне в 149 рублей. Посреки. Завтра поеду за вентилятором. Также взяла себе мышку на ноутбук беспроводную. И наклейки нашла для ноутбука, потому что там не русские цифры. Также взяла два коврика для мышки. У нас у компьютера нету. И себе одну для ноутбука тоже. Также взяла вот такие вот два вентилятора возле компьютера, когда сидишь, чтобы хоть немного обдуваться. Потому что очень жарко. Больше никакие вентиляторы, ребята, не нашла. Серьезно. Это вообще вот этот вот, это себе на ноутбук, а этот возле компьютера, чтобы воткнуть можно было. Один 180, другой 320. Света уже пошла включать. И взяла вот такие вот Света, я не знаю, тебе будут они как раз или нет. Они такие не обычные, босоножки. Только это у нас с тобой. Короче, девчонка взяла вот такие вот шлепки. Не знаю, кому подойдут. 38 размер у нас со шлепками. Мариночка, подожди.
Большая проблема, шлепок не хватает, поэтому потихоньку всем покупаю шлепки. Маша, не те большие будут. Ой, Кать, я Маше вообще-то говорила, что большие будут. Потом в город поеду, размеру всех напишу и всем куплю шлепки, потому что шлепки нужны всем. Вот такие вот в целом у меня покупки были. Сейчас положу всю газированную воду в холодильник, чтобы она была прохладная, детям можно было пить, чтобы... Ну и оставайтесь с нами. Ребят, вот такая вот она подставка для ноутбука. Вот видите, вентилятор. Вот такой вот он в целом. Ножки ставятся. Ой, вот так вот. И сейчас буду ставить ноутбук и буду клеить вот эти вот наклейки. Мышку подключу, все к нему подключу. Первый раз. Что у нас уже получается? Сколько дней приехала? Уже 2 дня как приехала? 3-й день, и вот первый раз сажусь за ноутбук. Сейчас буду это клеить. Все, ребят, наклеила русские, английские наклейки, чтобы мне не путаться. Мне так будет удобнее, потому что я не могла буквы найти нужные. И вот... Правда, некоторые криво, но ничего. Я попросила, чтобы мне привезли такие же наклейки, только не вот такие вот черные, а белые. Мне больше белые нравятся. Хочу белые наклейки, вот потом привезут, сделают. И также подключила уже мышку. Все, она работает уже, вот. Видите, мышка шевелится. И буду сейчас пробовать. Тут есть программа для монтажа, но не сегодня. Пока мне надо ввести все пароли, данные на все свои страницы, какие у меня есть. Поэтому посижу, попробую на нем поработать. Столик я уже подключила к нему. Вот видите, вот он так светится. Дует? Дует? Да. Катя руку свою проснула. Маша проснула руку, дует. Вот так вот поставила я на него. И пытаюсь первый раз за все время, столько дней лежал, и мне дети говорят: мама, ты что не садишься, мама, ты что не делаешь? Им же интересно, чтобы мама села. Тут я уже подключила только ютубовские страницы, а остальные пока не подключала. Сейчас подключу контакты, подключу одноклассники и другие страницы. Ладно, буду заниматься дальше, буду учиться теперь на компьютере. Потом попробую с телефона скачать некоторые видео на компьютер через провод и сделать, посмотрим, что у меня получится смонтировать, попробую видео. Антон из Германии сказал, мне обязательно поможет, если что-то я не смогу, он мне подскажет. Поэтому огромное спасибо всем, ну а я буду учиться монтировать. Всем добрый день. Мы со старшим сыном едем в город покупать ему кроссовки. Ну, посмотрим, может, какой-нибудь недорогой спортивный костюм, если что-то получится. Сейчас выйдешь, крючок закрой на калитке. У нас 4 минуты осталось до автобуса, поэтому бежим, 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 бегом. Потом покажем вам все, что мы купили. Все, ребят, сходили, купили Ильюшке кроссовки и взяли спортивный костюм. В общей сложности вышло у нас 2700, да? Потом дома вам все покажем. Илья примерится, вам покажется, как моделью побудет немножко. Так что сейчас пойдем. Ждем, когда привезут фильтр. Не фильтр, как они? Вентиляторы. Сказали, в 5 часов привезут. Вот. Чтобы не ездиться мне по 1000 раз туда-сюда, я решила прогуляться по городу. Сейчас ходим в фикс-прайс, посмотрим что-нибудь. Потом туда, сюда. И так погуляем. Время убить. Чисто время убить. Чисто по магазину походить, ничего покупать не буду. Ну там посмотрим хотя. Раз в фикс-прайс идем, я девчонкам обещала еще одни шорты-юбку взять. И сумочку. Света свою сумочку отдала папе, поэтому надо будет другую взять. Ладно. Идем в фикс-прайс. Гуляем потихоньку по городу. Везде на магазинах сейчас написано: без масок и без перчаток не обслуживают. У меня есть с собой, у тебя? Нет. Будешь на улице тебя ждать? Везде обслуживают. Да я знаю, что везде обслуживают. Ну. Хорошо здесь. В тенечке, знаете, как прохладно? У нас сегодня опять, кстати, 40 градусов. Это одуреть. В тени 38. В тени 38, но на солнце. У нас считай, градусник дома в тени же висит. И 40 градусов показывает. А если на солнце вытащить, все 50 покажет?
Это просто одуреть. Ладно, идем по городу. Все, ребят, приехали домой. Сейчас Ильюша с Ра померит костюм, кроссовки, вам покажем, что и как у него подошло. И потом покажу, что купила. Ты сейчас сразу иди одевайся в свою комнату, потом на улицу выйдешь, хорошо? Покажешь. И я сейчас проверю ребятишек и поеду опять в город. Там вентиляторы должны были привезти. Мы как раз в автобус ехали, увидели, что машина приехала разгружаться. Поэтому я обратно поеду за вентилятором. А, не трогай! Ягодки ищите, а где Ванюшка? Дома. Дома? Все понятно. Ну ладно. Сейчас покажу. Нет, я сейчас поеду в город за вентилятором. Сейчас покажу, что взяли. Так, пока Ильюша переодевается, быстренько покажу, что купила. Илье взяла вот такие вот два штуки, он на работу с собой возьмет. На, отнеси Ильюшке, отдай. Дальше взяла конфетки разные деткам. Вот такие жевательные, обожают они. И вот такие вот на пробу взяла. Дальше взяла тряпку на швабру. Купила себе пауэрбанк, потому что на следующей неделе поеду в Соликамск, чтобы, не дай бог, батарея разрядится на телефоне, ничего тогда не смогу заснять. И последняя покупка того, что набрала я набрала разных тетрадей. Взяла тетради на 80 листов и на 48 листов. Разные, вот целую кучу для кошколи начинаем все подготавливать. Потихоньку, постепенно. У меня нынче много старших классов, поэтому вот так вот. Все, это все мои покупки. Убирайте тетради. А, нет, не все. Мы еще зашли, взяли с Ильюшей вот такие вот две шаурмы сырные. Никогда их не пробовали, решили взять попробовать. Сейчас я на всех детей понемногу разделю. Тарелки мне приготовите. Я разделю на всех понемножку. Ну вот мы в целом две такие взяли. Попробуем, ну а потом сами сделаем. Сегодня лаваш куплю и сделаем сами. Так, ребята, поворачивайся сюда, кроссовки покажи нам. Вот такие вот в целом кроссовки у него мы взяли. Какой размер это был? 48? А, 46. Что они? 1099. Ну, 1099, да. 1099. И костюм спортивный 1600. Ну, вот 2700 у нас вышло все вместе. Поворачивайся. Вот такая вот, ну-ка, стой, эмблема. И вот так вот на нем он смотрится. Ну, он сам выбирал, я ему там раз предлагала, он сказал, не, мама, этот нормальный. Тебе саму-то нравится? Я же выбирал. Как же, скажи, не будет нравиться. Ну, в целом, вот такие вот у него обновки. На следующей неделе поедем в Соликамск поступать. Поедет уже в новых обновках. Сделай так. Жилайк ставьте. Ладно.